Мария. И я решила показать вам то, что я сделала для своего любимого на День Святого Валентина. И это ничего особенного, ничего дорогого. Это на самом деле было сделано моими руками. Это такой шуточный подарок. И я надеюсь, что ему очень понравится. И мне не разрешается смотреть мои видео и это всю неделю, пока я ему не подарю их. Это подарок. Сейчас я хотела бы продемонстрировать несколько звуков интересных с ушка на ушко для вас. Из того, что было использовано. Или бумага, которую я набила коробочку. Куда я поставила сам по себе подарок? Пластика. Это одни из самых моих любимых звуков. Мне очень нравится слушать, когда я могу слышать каждый звук, каждый хруст. И вот пачка с этой бумагой. Которым я все связала. Так они выглядели. Так. И я сделала вот такую книжечку, которая называется «52 причины моей любви к тебе». И здесь два джокера, которые идут как конец книжки и начало книжки. Не знаю, почему именно я использовала карты, но мне понравилась эта идея. И сейчас я вам подробно покажу всю эту книжку, покажу вам все те причины, о которых я говорю, которые я здесь использовала. Я использовала наклеечки и вырезала слова, потом искала картиночки, которые подойдут к этому выражению. Все это дело распечатывала, вырезала, потом наклеивала. И также я наклеивала обычные другие картиночки и наклейки. Это все вместе меня заняло где-то часов 5 делать. Наверное, вырезать, наклеивать
и искать картинки, подходящие к определенному выражению, заняло дольше всего времени. Но я надеюсь, что вам понравится и что он потом... Не знаю, что еще сказать. Итак, давайте посмотрим, какие там 52 причины моей любви. Хорошо. Итак, 52 причины моей любви к тебе. Натянем такое сердечко. Ты смешишь меня. Я буду стараться перейти. Люди, смеющиеся. Какие мы с тобой дурачки вместе. Потому что мы дурачимся часто. Такие смешные мартышки. Особенно вот эта мартышка улыбается. Очень забавная. Твоя преданность к ореховому маслу. И вы знаете, американцы очень сильные. Мы все время из-за этого не ругаемся. Он меня подкалывает, что я не люблю его, а я его подкалываю, что он его любит. Наш секретный способ обнимания. И, как вы знаете, я пышногрудая, так сказать. И у нас определенный стиль обнимания по этому поводу, который никто не знает. Прилюбила такую картинку с улыбающейся планетой. Такой вот доверчивый взгляд. Дальше. То, что я могу свести тебя с ума. Такие картинки смешные. То, как ты разговариваешь на русском. И написал, да, детка. Он старается. Твое чистолюбие, и он очень заморочен на чистоте и на организованности, что очень радует и помогает. Твое привлекательное тело, и на самом деле у него хорошее тело. Любная семья. И на самом деле у него, по-моему, 5 или 6 братьев и сестер. И они очень меня любят. И вообще семья большая. Еще один. Моя любовь тоже лысый. И тут написано, что ты намного привлекательнее Рока. Я не знаю, если вы знаете, кто такой Рок. Он снимается во многих фильмах. И он вообще рестлер сам по себе. И он мне с самого детства нравился, когда я еще была маленькая и смотрела их по телевизору в России, эти борьбу. Я просто по нему тащилась. И до сих пор он просто мой кумир огромный. И парень мой ревнует меня к
Поэтому я написала. На самом деле, у меня не было столько много людей, которые мне помогают проходить через мои тяжелые периоды в жизни. И он один из тех людей, который всегда рядом и всегда поддержит меня, всегда меня вдохновит быть лучше и только стремиться вперед, не переживая ни за что. Потом наши спокойные ссоры, так сказать, потому что мы в основном разговариваем с ним. Никогда, в принципе, не кричим друг на друга, ничего такого нет. Потом твои манеры старика, так сказать. Я люблю над ним издеваться, потому что он старше меня на 7 лет. Популярный имидж в интернете, но каждый раз я умиляюсь и не могу перестать смотреть на это, потому что такая халюся. Очень красивая, очень приятно смотреть. Далее. Твои потные подмышки. Мне на самом деле нравится по какой-то причине запах мужчин, когда они проработали, например. То есть после полного дня рабочего. Вот. Не знаю. Мне нравится запах. Такой натуральный запах мужчин. Когда действительно уже есть запах, а не просто гель для душа. Так. Твои вдохновляющие посты на Фейсбуке, и он очень любит цитировать знаменитые фразы философов или просто знаменитых людей, вот как, например, здесь фраза от Аристотеля, или иногда сам просто придумывает фразы и пишет их, тоже очень хорошо получается, многим это нравится, и я одна из его фанатов об этом, насчет этого. Потом, насколько-то